берем лошадь и едем. Давай. Едем на двух лошадях. Вон там вторая. Так, славный город Йоджакарта. Интернешнл аэропорт. Я всегда говорю, что я горячее. У тебя 36.1, а у меня 36.3. Я всегда горячее. Normal temperature. Thank you. Что это за загадка? Современного мира люди стали остывать. Ну что, заканчиваются наши выходные в славном городе Йоджакарта. Мы были в индуистском храме, которому 1200 лет Барабадур. Были в Прамбанане, ему 1100 лет, но он прям вообще космический. Так, мы узнали, что у местных мусульман в Индонезии главный бог Шива, как ни крути. Мусульманство это хорошо, но Шива как бы никуда не делся. Ему надо, они верят в духов, и вот все вот это. Это ритуальный танец был. Так, что, мы вчера катались на карете на двух лошадях. Короче, тут прикол, по городу едет куча карет и с лошадями. Мы выбрали с двумя лошадями. Короче, мы прониклись индонезами, Индонезии, будем дальше смотреть, вообще любить их, поедем на Бромо, поедем еще куда-то, короче, будем все смотреть. Как будто она еще не доделанная, да? Или доделанная? Нет, это такая статуя, так художник видит. Прикольно. Блин, я в жопу. Видишь, как руки у них, ну прикольно, прикольно. А вот там вот девушка играет на скрипке, прям на живой скрипке в аэропорту просто играет девушка. Так это уже на гейт просто. Тут землетрясение до 3-4 баллов вообще не считается. Так, новое какое-то вот случилось. Вот, вулканы тоже у них маленькие. Вот недавно мы читали новость, что взорвался вулкан. Так они говорят, что это Мерапи. Это вот на острове, где мы были, вот в городе, где мы были. Мы его видели, этот Мерапи. Говорят, что этот был слабенький, не считается. Есть некоторые прям дымятся. И вот это вот все красные точки, это все... Все вулканы действующие. Вот, так что здесь у ребят такая вот жизнь. Молятся Шиве, верят в духов, чтобы ничего не происходило. Держат животных, чтобы они подсказывали, что и как. Новый аэропорт, он, походу, еще наполовину не открыт, но... Ну, то есть, с них все. Прохопьен, прохопьен. И вот тут вулканы, горы. Сама-сама. Кстати, вот этот Шива со всеми глазами на свете. Потом, что тут у нас? Вулкан. Там тоже вулкан. На...